Сыграем сцену по рассказу Чехова «Дорогая собака». Поручик Дубов, уже не молодой армейский служака, и вольноопределяющийся Кнапс, сидели и выпивали. Нравится мне твоя поза унылая, скромно опущенный взгляд. Я бы любил тебя, но моя милая, барышни замуж хотят. Барышни, 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 барышни замуж хотят. Нет, нет, Михаил Иванович, вы только обратите внимание, как она слушает. Она слушает. Она слушает, потому что она породистая. Знаешь ты, породистая собака, английский сеттер, она и слушает. Милтон, это породистая, а как же? Показывай, милый. Что вы, что вы, Михаил Иванович? Ты знаешь, если на любителя наскочить, то на одну морду 200 рублей дадут. Ну что вы, Михаил Иванович? Сеттер настоящий. Ты что, не веришь? Пожалуйста, что ты? Смотри, смотри. Ты нет, 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 Михаил Иванович, ну вы посмотрите, как она слушает. Погодите. Она слушает. Выйду я вечером с верной гитарою, звездочки спят, не горят. Лишь в тишине, там за темной оградою, глазки любимой блестят. Пойди сюда. Нет, Михаил Иванович, вы только обратите внимание, как она навострила уши. Это вот эти ли? Вот это уши? Нет, это хвост, милый мой. Это хвост. Вот смотри, вот это мордочка, а вот это хвост. Не подожди, подожди. Вот мордочка, вот хвост. Она повернулась, милый мой. Она хорошая, породистая. У нее нюх замечательный. Что, нюх? У Мики? Замечательный. Ты знаешь, она сразу как-то так слышит. Смотри, посмотри, вот я сейчас, внучка, пойди сюда. Михаил Иванович, она вот что-то не дышит совсем. Она не слышит ничего совсем. Нет, она не слышит ничего. Но она к тебе пойдет. Ну, дайте. Она к тебе пойдет. Милка, а? Милка, иди сюда. Ну, иди сюда, дурочка, ну иди, ну. Ну. Ну иди сюда, Милка. Милка, куш. Куш, говорят нет, тебе. Ложись. Нет, она не ляжет. Ложись, Милка. А она не ляжет. Не ложись. Не ложись, потому что она не любит, когда с ней обращаются, как с собакой. Говорю, Милка, куш. Она сказать, Милочка, иси, куш, и она ляжет. Что же, породистая собака. Милочка, куш, иси. А? Ну еще скажи. А что, пожалуйста, Милочка, куш, иси. А? Ну и не ложится. Ну не ложится, ну и черт с ней. Ну что, возите, что ли, с ней? Ну, зачем это? Будь себе, ну, будь здоров. Давайте. Наливай-ка вот так. Под наше здоровье, Михаил. Будь здоров, милый мой. Дай Бог тебе все хорошо. Будь здоров. Поехали. Ай. Ох, хорошо. Хорошо. Замечательная. Замечательная собака, Клавс. Замечательная. Знаешь, я за нее заплатил 150 рублей, когда она щенком была. Маленький щенок. Я посмотрел, сколько лежит щенок. Сколько стоит? 150 рублей. Пожалуйста, я заплатил. Михаил Иванович, переплатили. Ну, как можно? Не-не-не-не. Сеттер. Сеттер английский. Настоящий сеттер. Охотник замечательный. Ты знаешь, какой охотник? Вот если тебе, скажем, тоскливо, грустно, и ты на охоту пошел, и, знаешь, сразу только скажи ей, Милка, фазаны. Она сейчас, где? Ну, видать, бросает свой нос. Что вы говорите? Что ты хочешь? Ну-ка, выпьем. Породище она. Давайте. Ну, здоров. Эх, хорошая она. Здоров, Таня. Эх, ой. Ах, хорошо.